28 секунд. Первый круг. У лидера, насколько я понимаю, из Белгородской области спортсмен. А может быть, нет, извините, да, это судья просто подсказывает, сколько кругов осталось. Да, это не обязательно белгородский спортсмен. Ну, сейчас, наверное, диктор микрофон объявит, кто у нас лидирует. Мы тогда исправим нашу ошибку. Сорок три этого возраста уже, наверное, медленно ребята бегут. Да, это самый первый забег, и, в общем-то, наверное, можно сказать, что еще довольно низкий уровень подготовленности у ребят. Вполне возможно, что как раз они на год младше большинства сверстников, которые побегут в следующих забегах. 2:53 за круг до финиша у лидеров. Честно говоря, показалось, что мальчишки 12-13 лет все забеги быстрее пробежали, чем этот, но, может быть, я ошибаюсь. Но в любом случае, конечно, тренерам спортсменов надо обратить внимание, в том числе и на бег на выносливость, потому что пока результаты слабы. Вот лидер, два их. И они на финише. Ох, какая интересная борьба. 3:31. Ну нет, конечно, 12-летних они обогнали многих. А вот первый лидер пробежал 3:43, тот, который вел первых пару кругов. Четвертый 3:49. Ну вот там дальше результаты, видимо, уже хуже 4 минут.